Всем доброго времени суток. YouTube тут недавно мне разрешил монетизацию, значит, пора повыкладывать еще видосиков. Интересный материал появился про черное SEO. Надо им поделиться немножко. В общем, прикупил я дроп где-то в середине 2018 года по дешевке. Что-то рублей там за 600-700, наверное, на Телдере. Вот такой заспамленный был сайтик на WordPress'е. С какой-то большой дырой, через которую залезали иностранные статьи самого разного содержания, публиковались автоматом. Дыру я недавно залатал, сменил пароли, почистил вирусы, удалил пользователя старого. Ну, в общем, статьи сейчас не появляются, но черное SEO продолжает работать. Для начала вот давайте посмотрим ссылочный профиль сайта. Согласно статистики вебмастера. А вот эта картинка у нас от 2018 года. Вполне приличный ссылочный профиль. Тогда был, наверное, еще тиц какой-то 20 у сайта. Дальше постепенно падает до нуля, потому что сайтом никто не занимался. Вот здесь у нас такой интересный скачок. 133 тысячи, почти 134. Постепенно идет на убыль. Почему? Потому что, возможно, отчасти были удалены новые спамные записи. Может быть, по каким-то еще причинам. И вот так интересно выглядят эти спамные ссылки. То есть какое-то случайное сочетание одной или двух букв и ссылка на несуществующую страницу. Возможно, когда-то эти спамные страницы существовали, но были удалены. Как видно, они еще были обновлены совсем недавно, эти ссылки, в середине сентября, когда уже этих страниц точно не было. То есть можно предположить, что это работает черное SEO. Причины могут быть самыми разнообразными. Кто-то балуется, хулиганит, не понравился сайт. И одна из самых таких маловероятных причин — это какие-то политические мотивы. Потому что, мягко говоря, не совсем этот сайт согласен с текущим политическим курсом. Есть на нем вот такая статейка про митинги, хотя она такая абсолютно политически нейтральная. Есть старые восстановленные статьи о Хакасии. Есть статьи, перепечатанные с ресурса 19.rus, из других ресурсов, которые обнажают сложные какие-то политические, социальные моменты региона. Таксистов на вокзалах, какие-то там грязные снесенные остановки, какие-то моменты судебной системы и так далее. Ну и с точки зрения SEO, вот так интересно это все выглядит. Недавно X был обнулен у сайта, что стало не очень приятным сюрпризом, потому что я этот сайтик недавно монетизировал на 3000 рублей и хочу его сейчас недорого толкнуть. С нулевым иксом его, наверное, никто не возьмет, придется этот икс восстанавливать. Если у вас есть свои интересные примеры работы черного SEO, пишите, присылайте. Что еще интересного тут можно посмотреть? Индексирование. Вот эта вся дрянь когда-то попадала в индекс, но сейчас эти страницы отсутствуют. Возможно, какие-то дорвеи, какие-то кольца там, эти структуры спамерские, как они называются, сетки существовали. И сайт был звеном в этой сетке, поэтому это все осталось. С чего-то я сделал редиректы из этого. Можно попробовать еще отредиректить. Естественно, все это сейчас запрещено в Robots, но почему-то Яндекс не торопится все это убирать. Вот такое письмо я сейчас написал. Может быть, еще какое-нибудь письмо сейчас сочиню в Яндекс, чтобы они помогли как-то вот с этим разобраться. Пока на этом все. Спасибо за внимание.